Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии на шестерых в Sid Meier's Civilization 5, в которой я играю за Марокко. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании. Всё-таки всегда лучше начинать с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Фикс, у тебя лагерь выше Петрограда, возле. Что у меня лагерь? Где лагерь у меня? Выше Петрограда. А, понятно, хорошо. Выше скота. Бразилианец, первая армия. Боишься? Ну, если это первая армия по флоту, то, конечно, это дофига. Забавно, что у русского последняя армия. Даже у меня больше, хотя я вообще ничего тут не строю. Продал, что ли? Я мира хочу. Так. А, это Химедзи было в Ростове, я понял. Думал, построить. Чего? Ты можешь разведать после Сан-Паулу, там одна клетка прохода, то есть там будет 10, ты пойдешь, у меня вообще гемор на тебе. А, хорошо, хорошо, спасибо. Возьми открытые границы, посмотри, там одна клетка прохода через море, то есть я смогу с огромным количеством клеток фрегатами эту клетку обстреливать там. Я понял тебя. Сан-Паулу я никак не задеф, но дальше это просто без самолетов. Что-то прям как-то... Еще меня переоцениваешь. Я не знаю, Дик, не знаю, как-то ты там ведешь какую-то политику такую странную, не знаю. Какую политику? Я воюю ходов 60, наверное, с португальцем уже. Вот ты сам виноват в этой войне. Я не виноват, ты бы забрал меня. Слушай, тут некоторые полыгры воюют сначала с русским. Я бы себе строил нау, зачем мне воевать вначале. И так просил за то, что пошел помогать, там начал что-то строить потом от лординга юнита и ваун. Уже странно себя вел, хотел его видеть вовсе. Но цена его, конечно, была неоправдаемая. Не, мы должны были тебя забирать, я не знаю, что он там делал. А че мне еще 10 что ли ходов юнитов клепать? Ну слушай, я сначала воевал. Слушай, юнитов наклепал. Так. Я же вложился. Силы, говорит, воевать это такой силы.
Ой, я еще забыл подрубить ОБС. Ура, Житомир обратился, купил себе миссионера и обращуки. Ура! Громко будет в моем городе. Все затащишь. Наверняка. Просто потом хочу скрин сделать, сколько бригад построили. Напоминаю, что через 20 минут перерыв. 20 ходов ходили 3 часа? Так, блин, точно, там это время. И сколько... 2 часа будет? Да. Кстати, тихо, подожди. Если игра очень затянется, может все же с доигровкой? Да не, я не буду с доигровкой, это 100%. Как ты еще скрафнишь игру? Я как бы... Я не знаю. Точно не уверен. А смена где-то начнется на 170. Я не могу сказать, типа, вот... Окей, я приду и не прийти, то есть... Я могу сказать, я не знаю, получится ли у меня. Могу сказать, точно у меня вообще время. Я просто начинал играть с учетом того, что мы до двух точно закончим. Я примерно попробую. Так же, с учетом. Что-то я не уверен, что двух тут играем. Иг, я не уверен, но я тебе помогу. Спойлер не надо. Уйти, да? Да, да. Просто тебя предупреждаю, что ни одному игроку в этой партии на селе. Видно. Я просто вижу каву и пушки в сторону. А, видишь? Все там уже идет, что ли? Нет, я вижу просто пушки и каву. Я Викзи, уже... ты что, на меня собрался идти? Серьезно? Нет, да ни на кого я не собрался идти. Ну я только что посмотрел, как у тебя тут целый ряд пушек. В твою сторону это строится, дорогой тоже в другую. Что-то я не понял, Викс, ну окей, типа, окей. Может, я не строю армию, у меня до арты там. Фиг, могу бабок дать, которые я сейчас возле тебя фармлю. Ну, конечно, немного. А ты против кого денег дашь, Капкан? Я тут всю игру помогаю, как бы. Ну, знаешь, да? Двояко. Слушай, Капкан, да, а чё ты Викса спалил, я не очень понял. Он-то тебе что сам сделал? Я сам его спалил. Викс это наш спаситель, чё вы делаете? Чё, бить спин? Ну, типа, ну, это неправильно. Я увидел, я сказал. Почему я должен, ну, жать это в тайне? Чтоб халява 100%. Ты думаешь, я армию не строю? Ну типа вот смотри, сейчас 60 кс, посмотри, что с ним на следующий будет. Я твою тоже логику не понимаю. Ты пошел в город? Ты хотел себе 4-й город. Я без 4-го города не хочу играть. Я ты будешь без столицы играть, поздравляю. Чел, ты мог сам поставить чуть выше город. Я был чуть хуже. Ты понимаешь, что ты эту игру точно уже не выиграешь? Ты не выиграешь. Ты все время про меня говоришь, не ты знаешь. О себе думаешь о том, что ты должен победить. Возможно, ты не играешь на победу. Почему? Что вообще такое? Ты всю игру только ноешь о том, что захватишь нас. Зачем мы с тобой не пошли игру, я ною. Да. Что ты несешь? Вот не знаешь, так не говори. Слушай, Леш, у нас тут, наверное, скорее всего, будет баталия в этом, ну, в нашем... В Новгороде там где-нибудь там, то есть от области. Так что там город какой-то хотел. Баталия. Бей всем, чем есть. Не возражаю. Ладненько, можешь тоже своими юнитами подключиться там. Да, подключусь. Гигатиков надо клепать тут. Ясненько.
Ясненько. Я еще раз повторюсь, ясненько. Как игра? Да, нормально, так знаешь. Хорошо играется вообще. Конкурсы интересные тоже, все хорошо. Да. И тамада отлично. Да, и тамада отлично вообще, да. Все классно, парни. Отлично. Тамада это хост. Не, ну Викс, ну я тебе скажу, что это смешно. Вот это реально смешно, ты меня не продавишь, я тебя отвечаю. Подожди, ну у меня соседи то же самое. Думали продавить, не продавили. Вообще-то я тебе город забрал. Продавил. Подожди, ну надо ж столицу забрать. Я город сказал, забрал. Надо столицу забрать. Я изначально хотел Львов. Он ж тебя не спасет. Ну то есть, спасет. Любовь? Ну, слушай, он быстро... Викс, это просто неправильно с твоей стороны, я так скажу. А как правильно? Сидеть просто смотреть, как ты улетишь в космос? Не, на меня нападать. А на кого? Но он меня не снесет, понимаешь? Он думает, что у него одного, типа, арта. Смешно. Я думаю, да. У него одного рта. Тем более, если ты выйдешь во рту, то у тебя перестанет стена работать еще к тому же. Так вообще-то у всех вроде спадает стена, как только кто-то вышел. О, у нас нубы в игре. Круто. Доброе утро, да. Только если владелец стены выходит во рту, она перестает работать. То есть он может идти там хоть... В лаборатории, там, по-моему, можно в лаборатории без арты, я вот не помню. Да, можно в лаборатории без арты. Он может аж в лаборатории идти, но у него будет работать. Ну против казаков воевать, ну Викс. О, красители наконец-то. Реально не делать. Новые кости каков точно нет. Отвечаю просто. Че ты волнуешься так прям? Ну отобьешь. Не волнуйся так. Ты этого игрока Take It Easier знаешь? Ну, участвует в турнире. Ну, конечно. Вот надо русскому его нику последовать. Что он там сделал? Можете рассказать, что я последовал? Ник. Я понял. Все-таки решил автократию не брать. Так там бонуса вообще нет. Я не вывез. Вы там зарубитесь, я домиков подстрою. Черт на меня идти с последним по всему. Последний по всему не ты, смотри. По науке. Ну, по науке это что-то повезло. У Тира есть там новая кость. Я видел, что влияние. То 45 уже. Отлично. Тик, смотри, Люкс и Сиама, тебе что-нибудь надо? Че, Леш, у тебя там как дела? Че там? Нормально. Ты не хочется в прямой эфир озвучивать просто. Понял. Точка есть. Че, Дик, тебе ничего не надо? Сейчас. Тебе что, красители нужны? Имейте красители, оба люкса.
Мне надо, чтобы ты меня дефал, когда на меня нападет, попугает. Ну, я в гигаты строю, сука. Ну, я вот тут побегал по территории португальца, я, честно говоря, не очень врубаюсь, каким образом он от вас двоих отбивается. Ну, я боюсь, что... Слушай, а зачем тебе фрегаты? Ты же Лиссабон, ну, не можешь атаковать Лиссабон. Могу атаковать. Четыре клетки обстрела. Четыре клетки? Да. Мне кажется, ты уже не возьмешь его фрегат. Нет. Попробуешь, надо. Пытка, не пытка. Опять буду против твоих воевать. Интересно. О, подожди, это сейчас и Викс вместе с тобой будет воевать, я вместе с Лординга. То есть сейчас вообще должны быть рассинхроны прямо вот. Нет, сейчас до 210 хода идти в лаборатории. На 210. Играю прям до 4 ночи. А потом скрабить. Обязательно. Слушай, Дик, а ты там как? Не хочешь помочь? Я миллион рублей и все. В плане, если он... Как голосуем, ребят, как голосуем? Заберет меня, то он заберет тебя. Ну, я просто тебе объясняю. У меня туча фрегатов, каперов и больше ничего. Ребятки, как голосуем? У него другая война. Ему близко. Ну что, пути вера, я думаю. Почему это пути вера? Ну, допустим, Халецкому дому уже зайдет эта вера, я чуть не понял, в чем прикол. А где, кстати, мне чудо? Зайдет. Где можно на чудо посмотреть? Значит, давайте за эмбарго Россия. У нас тут, кстати, все автократы, че в Россию-то? Все в свободе. Причем тут эмбарго России к автократам. Я не очень понял. С другой стороны, эмбарго России, я вот... Ну, это вот такие тупые предложения, на самом деле. Извините, я не знаю, кто там предложил, не посмотрел. Потому что надо предлагать эмбарго на... Нет, на ресурсы. То есть надо было эмбарго на соль отправить. Причем тут эмбарго... Как будто он сейчас с кем-то торгует или в будущем вообще будет с кем-то торговать. Вот смысл. Ну, наложим эмбарго, он такой скажет, ну окей, и чё? Я же не знал, что вы пойдете вдвоем его месить. Ну, тогда бы ты точно, да, помог бы? Капец, ну, капитан, я тут тебе реально помогаю. Просто спасибо. Реально помогаю. Чем? Ну, как? А ты все, что просил, я, типа, тебе давал. Как бы и деньги, и то, и все. В начале игры, да, там, денежка была. Ну, смотри, Лёш, ты... 7 голды дал, спасибо. Чего? Подожди. Будто у меня здесь не прощается. Можно я послушаю, что мне ассирийц говорит? Короче, смотри, самое серьезное будет у меня здесь с ним, потому что тут у меня его легионы и все, что... Все, у меня есть. Тоже его легионы, казаки и пушки я вот вижу стоит. Так что я думаю, мясо, да? Он сейчас мясо, будет на две стороны работать нормально. Он же первый по производству, ну что ты, сейчас будет всем весело. Эмбарго России проходит. Ах, вы. Это, если это ты, который обещал не голосовать, то я просто... Я запомню тебя, запомню. Да, сори. Да, португалец за проголосовал. Ясно. И, кстати, обрати внимание, русский, я не голосовал, между прочим. Так, я на минуточку. Я с тобой воевать, ну типа, ну блин. А какие у меня варианты? Ну, слушай... Халява. Знаешь, я как-то с этим, с Виталием также играл, он мне говорит, а какие у меня были варианты? Он у меня два раза пришел, два раза ушел, и все. Так нет, ну и расскажи, нет, так расскажи мне, вот как мне по-другому здесь вообще есть вариант победить? У меня только если забрать твой Питер. Иначе у меня в развитии, даже если предположить, что ты на меня не будешь нападать вообще больше никогда, если я буду все эти играть в развитии, я все равно буду на месте четвертом, дай бог. Уже неплохо.
Уже неплохо, да? Это видео подготовлено при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru, и они тоже развиваются, пока в открытом бета-тесте, но после Нового года мне разработчики обещали выкатить глобальное обновление, после которого все игроки смогут оказаться в одном огромном большом космосе. Да и сейчас в игре много всего интересного. Не забудьте заглянуть в consolewar.ru. Ну, я думаю, что несправедливо. Я всегда с тобой, братик. Да, в душе, да, там где-то морально ты меня поддержишь всегда. Просто. Спасибо. Я всегда верил, что ты мне, так скажешь, поможешь в трудную минуту, особенно когда конгресс, голосование, все. В тебе ни на секунду не сомневался, на самом деле. Чем могу? Галя и Россия. Ой. Хоть на этом спасибо. Хоть на этом. Крив. Минус 50 бабок, все нормально, Киев. Ну, я НАО построю. Ты думаешь, я когда-то открою правой двигатель? Могу НАО до конца жизни крипать. Пощади. И по одному ходу строится. И фигерический эпос построил, чтобы они были посильнее. Фигерический эпос. Может, оружейный чуба? Фигерический прям как эпос. Че у нас даже в алюминии никто не пошел? Потому что кто-то пошел во рту, и кто-то. И все рванулись за ним. Кто-то пошел в биологию. Я, но я не дойду. Нет, уже кто-то там. Че, берешь, смотришь? Дик настолько. Хорош. Я боюсь, конечно. Да, уже 7 нефти обработано на святыне на нефти. Мало так дает, да. О, дает. Я понял. О, ты еще и хорош. Спасибо за алюминий. Тихо. Ты украл у меня теху? Только что. Никто из автократов не хотел там футуризм взять. Не надо. Надо. Не надо, пожалуйста. Парни, не надо. Ну, конечно, не очень. Я бы мог взять, но это никогда не произойдет, я вряд ли построю. Фабрики в этой игре. 5% отставания. Слушай, у тебя там есть еще? Вот такой. Еще бабки. Ладно. Кстати, можно там посмотреть, что у тебя бразилец, да, теперь? У тебя же там есть. Ну, можно, а что именно тебя интересует вообще? Вообще просто тебя посмотреть. Поплавать. А то что-то скучная игра. Скучная? Ты вот приди красиво. Приди красиво. Вот тут знаешь такое веселье просто с двух сторон. Я тебе уверяю, тебе грустно никогда не будет. Иди не красиво, где чел отдается просто так. Да это тупые вот эти игроки, которые. Иди забирай корейца. Да, типа. Ну это настолько грустно. Люди садятся играть в ЦИУ только тупо ради того, чтобы победить. То есть им не интересно там просто пытаться что-то сделать, да, какие-то другие цели себе ставить. С тем же успехом я мог посмотреть свою территорию, да, и отдаться русскому, когда он на меня напал, и пойти отдыхать совершенно спокойно. Но ЦИУ не про это. Она не про это. Спасибо, это другое. Ты уже в химии. Господи. Чел. Ракеш. Шо идет? Чё как, Викс? Как воюется? Кстати, Викс там нормально, бывает. Нормально воюется. А как где этот институт? Просто пустой. Бля, если надо чё, бабки дать. А, чё ты можешь дать? Ага, фрегат собирает, дай мне. Чё, ты взял институт лишний? Это уже... Ну да, я взял институт, но... 1500 культура. Я даже прожёг кучу учёных. Ой, тихо. Ну вот, значит, уже не... Нет, ну ты понимаешь, я же не один тут тратился. Ты тоже тратился. Ну, я тоже тратился, чушь.
Ну ничего, ну я-то автократ. Не, ну я-то в основном чё? Я, кстати, тоже мог автократию брать и идти. Ну, такой, типа... Не, меня и так все не любят. Возьму автократию, еще больше никто любит не будет. Бразилец, 0,02 на ап юнитов подкинешь? Бразилец, не кидай ему, они воюют против меня. Это кто просит? Это Марокко просит. Марокко? Серьезно, бразилец, не надо. Вот. Ты только сейчас же спросил у португальца, почему тогда этому марокканцу не должен дать? Потому что я защищаюсь против двоих автократов. Потому что открываешь демографию, и ты везде... О, кстати, откройте демографию, посмотрите, просто тупо везде русский первый. Вообще по всему. Это на самом-то деле не потому, что бразилец. Я такой классный, я потому что у меня территория хорошая. Так мне еще на... Я же тебя не прошу, блин, отдай мне все свои бразилец? Деньги. Мне 200 я еще надо. Тоже, кстати, помогал. Вот, пожалуйста, бразилец. Не надо ему этим помогать. Типа, потому что они вдвоем против меня. Два автократа воюют против меня. Ты как думаешь, это честно? Абсолютно честно. Абсолютно нечестно. Когда ты не будешь первый в демографии, тогда можно о чем-то говорить, что тебя там кто-то выносит. А, то есть так это все. Нет, да, слова. Да. Ясно. Бразилец. Он воюет против вас двоих. Ну. У тебя 650 голов. Ты для чего хочешь еще? У него арты куча и казаков. А я хочу просто во рту апнуться. Апнуться? Поубивать. Я ж тебе сколько нужно? 200. Хватает, чтобы махнуть 9 артиллерий. Все, короче, ясно. Очень жаль, что португалец не забрал бразильца. Очень жаль. Видишь? Чувак, ты сидишь сейчас в развитии. У всех остальных минусы идут. У всех игроков в этой партии идут минусы по деньгам. Ты в плюсе и с 1000 сидишь. С 1000. Чувак, я в войне 60 ходов не переставая. Ну, видимо, давно уже не воюешь. Нет, ну, отошли немного, но мне сейчас раскидываться деньгами. Раскидываться, нифига себе. У меня нет идеологии, у меня последнее производство. У меня не то, что развитие, но выживание. Выживаем как можем. Ну, во Львове гасочка будет, конечно, прям фетка такая. Слушай, там очень много тысячных клеток. Прям аж много. Плохо. Где ученый? 17 тысячных клеток. Блин, 5 это ходов. Мало, по-моему. Неплохо. Ой, наконец-то чудо увидел еще. Логика, почему ты меня тогда не пускал, сейчас пускаешь, хотя ни одного юнита нет? Чувак, ты просто
непонятные действия и слова, там говорил, что давай я замирюсь. Не знаю, надо было воевать, наверное, да? Что-то ты хоть подгад. До конца. До конца, да. Вот. Не, ну Викс, ты просто сюда напросто не зайдешь. Ты под их подходишь, ты умираешь. Викс, мы в тебя верим. Поэтому вся война твоя и заканчивается. Если не там. Кстати, максимум яблок всего 200, это как-то мало. Ну а ты думаешь, типа... Просто смотри, у меня есть территория, повезло. Все, вот на этом все, все преимущество заканчивается. Так, ребят, следующий ход сейф. Да ну блин, ну слушай, Халец, ну что? Он предупреждал, сейчас. Тогда на следующий ход не ходите, не атакуйте, точнее. То есть на следующий ход мы не ходим? Нет. Не ходим. Так, а нету смысла ходить. Ой. Кстати, у всех у людей есть. А вот если бы меня вынесли, Дик бы сидел, развивался. Так он самолет идет. Да, он в этом. Он в нефть вышел. Хорошо. Меня. Уже да не дает. Что такое, Дик? Пришел в начальной игре меня бить. Зачем? Я чисто случайно не скрипнул. Да, СБ. Я случайно сейчас тоже твою столичку буду рейдить. Подводки вышел? Чисто случайно, сори. Куда ты вышел, Дик, подводки? Ничего, ничего личного. Глаз за глаз. Но ты должен задефиться с подводкой, кажется. У него тут армада. У меня уже налог на производство. У меня тоже был КТСТ. Дик в Modern Era? Ракеша, когда ты успел и в химию, и в IT, и в школы? А современность самолет. А школы я... Я вообще, по-моему, 3 тихи уже украл. А, он подводки вышел. Так. Да, он в подлодке шел, он через него шел. Ну, тем более, ты еще прибеднялся. Там 3 подлодки, по-моему. Что? Я прожег все, всех ученых и убил развитие ради этих подлодок, чтобы не отдаться тебе. Молодец. А мог в начале игры не идти на меня? Слушай. Не пришлось бы ничего делать. Вот, ты как бы меня забрал закрытыми глазами. Если... Ну, почему ты говоришь за... Ну... То, чего я не делал, как я это мог сделать? Ты не знаешь, как бы я поступал. Не надо основываться на своих бывших соседях. Его свобода. В партиях с Португалией. Это хорошая нация для фарма денег. Кайф убивать развитие всей группы. Ну, то, что он увел всю армию свою ко мне, это точно. Можешь что-нибудь сделать. Да, я не все увел, что ты начинаешь. Но он ко мне еще, наверное, поведет. Почему ты думаешь, что я все увел? Ну, я буду оставлять столицу без защиты, но за кого ты... Не, ну тут нереальное количество. Ну, а что мне еще строить? Дик, примешь? У меня в 3 города 180 молотков. Если я сидел и строил фигать. Викс. Может лучше сямом? У меня денег нет. Че? Что сямом? Я как бы воюю. Ну, эту войну вряд ли можно назвать. Избиение. А че там, рабат уже падает? Да, эфес падает. Так, я сейф требую. Русский. Я на последних секундах, да, пах? Да. Я могу убрать, договорились? Ну ладно, убирай. Да, я тоже как-то лодки двигался.
Я виноват тут. Я просто думаю. Я согласен. Просто чтобы не грузить сейф, я не буду спорить. Просто ты реально походил на последних секундах да, прямо я под знаю. Город. Я просто на таймер серьезно не смотрю. Да, проблемы, я понимаю. Ничего. Все-таки ты не атакуй тоже. Не атакуй, убирай ухожу. Его. Ухожу. Ушел. Это у меня плохо. Второй фронт, а я про него забываю. Что это? Так, так, так. Я что-то вижу, тебя там давит. Кого давит? Тебя бразилец, нет? Тебе нужна помощь? Я да. Он, у него тут просто сумасшедшее количество кораблей. Но он ходов 20 да строил. Он дофига времени строил одних фигарей. Минус 91 вход, то есть. Ну, блин, у меня бабки есть. Лёша, он тебя что, уносит, что ли? Ну, у него артой стоит, обстреливает. Ну, что, да, конечно... У него куча юнитов тут. Я не очень понимаю, как ты там на него нападаешь, если у него армия вся тут. Не знаю, у меня тут тоже армия есть, тоже артиллерия. Все нормально, пацаны, все нормально. Так держать. Ну что, ты вложился, ты потратил институты. Ну, ты думаешь, что? Я не, ничего не получу с этого? Сомневаюсь. Ну, типа, если б я не вложился, меня бы забрали. Чё ты, это ж бред. Типа, так бабу, я вложился. Конечно, я вложился. Вообще отдыхаешься дико, то у тебя и, португальские фрегаты спокойно плавают. Это ноль давления. Пытаюсь, не знаю. Да, у меня какой-то баг, я не могу стрелять почему-то. Ну потому что с города нельзя под лодкой стрелять, и ты теперь там ни один, ну, ни одну лодку не построишь. Дуэли у нас также было как-то такое, непонятно хрень, нельзя с города так же, как и под ледником стрелять. Как ты торпеды пустишь из города? Где-то, да, близко к реальности. Ну, не совсем. Ну, я тоже не особо это понимаю. Да, бой, чё ж мне не везёт на захват? А тебе везёт? Ты уже в деф перешёл? Я, да. Плохо ты напал, хороший. Интересно, я могу под лодку захватить катер? Вот я прору. Под лодку можно капером захватить. Да блин, ну да что? Что тебе так везет?
Ты похитил у меня землю. Тут даже стен не было. Как работает? Вот как он может видеть мои подлодки? Любым видом? Вплотную подплыл к ней, поэтому вижу. Если ты вплотную подплываешь, все видно. Даже рабочим, любым юнитом. Ты думал так легко выйти в подлодки и нагнуть меня? Не. Я тут сейчас быстро все посыпется. И ты качаешь немного как-то. Ну, быстрее. Зря так зажимаешься, я сейчас просто тебя с городов буду не выпускать, и подлодки, не подлодки. Че, нормально против? Ну, Сиам, ты бы так легко мог забрать Киев, на самом деле. Что? Прям так легко, аж биржа строит. Ну, там вообще нет юнитов, но... А есть тут юнит, но что-то... Я вижу, что... Не есть два косаря денег, но успокойся. Куплю. Вынесла. Ассириец, дай, пожалуйста, 30 золота. Можешь у меня взять. Ну, да, я в том плане, дайте просто, не, я, нету времени. А откуда у тебя деньги постоянно, португалец, прям интересно? Куча, ты там кучу юнитов построил, воюешь на два фронта, еще и бабок дофига. Ну да, корабли, ну да, каперы, конечно, хочется строить, но нау. 250 голды приносит каждое, приятно. Можно и помогать вам на войне. Да, спасибо. Твоя помощь тут неоценима. Я вот во рту. Рабочим блочишь клетку. Хорош. Максимально вармонтерское лобби. Все воюют, все карты, он помнил Лордаринга, да? Я уже навоевался, спасибо. Настроен для дефов легатов, видите? Правда, бабки в минус идут. У тебя вторая армия, да? И сколько тебе тысяч? 105. 105 тысяч легатов. Да это вообще обалдеть, я не понимаю, как португальцы там держатся, вот честно.
Я начинаю приходить к выводу, что все-таки правильно с ним себя мы бразилец всю войну. Нет, ну... Ну, слушай, русский! Русский! Ну ты достал! Да ну я случайно, я понимаю, да. Типа мне его опять увезти или как? Нет, я теперь уже тебе его убью. Все. Но вообще это двойной ход. У меня стоял этот... Я понимаю, я... Да что поделать? Я просто такой вот вообще невнимательный, что я могу тебе сказать. Это моя вина, Шарик. Серьезно, я просто такой невнимательный человек. Еще второй фронт. Прощай, Сан-Паул. Ну, минус счастье, да, Викс? Нормально ты так повоевал. Чтоб ты понимал, Леша, он уже все, он отступил. Я уже считаю, что на его почти территории воюю. Ну и что мне сделать? Что ты от меня хочешь? А хуй союзник, вот что. Ты считаешь, что ты меня продаешь? Пока нет. Ну и все, и тебя нет. Ну о чем тогда? Ты продаешь, Леш, все понятно. Нет, я не продаю, Леш. В смысле, он меня, почему меня продает? Слушайте, а кто там говорил, что я в школах? Я не в школах, нифига. Я думал, что в школах. Знаете, как будет очень долго. Я уже третий парень. Слушайте, а это с каких мы сегодня вообще играем-то? Потому что сегодня мы таким темпом мы не закончим. Это мы все вопросы хосту. Хост не хочет игроков. Ну, определимся когда-то, что там русский супер жирный, его уже никак, никак, все. Чё? Перейдём к общему какому-то выводу. Просто, чтоб у вас игра особо не продолжалась, надо убить Дига. Потому что он в углу карты, он спокойно может победить. Да, 130 промки спокойно выигрывает игру. Ну. Ты же как-то до этого игры выиграл. 12 молотков и под модификаторами это не так плохо. Ух уж это полная победа. Да. Ну ты атаковал вообще раненым, ну. Не, ну там было написано полная победа. Я такой, оба, ну. Тем более еще там он с Килиманджаро, я бы разграбил. Прям вообще было бы все классно. Ну, меняем. А, Дикого стоило? Стать под город, но умереть. А где? О, радиус на фрегатах. Thank you.
Ну чё, Фикс, ты повоевал, может, смиримся? А, нет, нет, я буду ждать самолетов. А, может, ты первый, да? Будешь? Может быть. Да ладно, чё ты, блин, успокойся, халяв. Я играю, я просто играю. Ты сильно проседаешь? Нет. Пусть человек порадуется игре. Все устраивает. Че, зачем? Ну, может, подаришь мне пару водок? Зачем ты агитешь с ним в войне? Зачем? Он потом пойдет сам брать Киев. Спасибо за инфу. Пойду все же подехаю лучше. Сям, ты не хочешь замириться с португальцем и пойти? А он хочет. Пойти на кого? На русского. Че? Вы же хотите втроем против меня воевать? Ну я да. Буду идти 10 ходов цепить. Ну, с арбалетами-то ты пришел. Я не буду поджигаться в самбице. Не, так хотя бы с гатлингами, и то будет неплохо. Что сказать? Я хотел спросить, а вот смысл тогда вообще в этой игре, я вот что-то не понимаю. Мы с тобой пытаемся стопать лидера. Ну да, я тоже не очень понимаю. Я вообще самый последний по развитию, ну, не считая португальца, но у португальца... Так, слушай, ну русский, ну ты... Стоп, я не ходил сейчас, у меня сейчас какой-то бахлах. Сейчас будет рассинхрон. Ну как бахлах? У тебя под рабатом стояло. У меня два казака под рабатом стояло. Я не ходил. У меня вообще не было ни одного твоего казака под рабатом. А у меня были, у меня было два казака под рабатом, я всех твоих юнитов перестрелял, и у меня два казака там стоят. Ну охренеть. Ну видимо рассинхрон. Я предлагаю просто места распределить и все, потому что нет в этом смысла в этой игре. Ну что сейчас мы с тобой делаем, Леш? Чем мы занимаемся? Пытаемся топать русского, а эти чем занимаются? А эти весело, да, развлекаются. Ну что это, что это такое, блядь? Если мы загрузимся, мы воюем сразу же. Да. Я серьезно, я не ходил, как бы. Сейчас... Все, что я могу сейчас сделать, это Сям говорит, это я просто пойду в самолеты. В борту уже нет этих смысла. Нет. Ну, так. Ну что, я тут выхожу, что? Мне не грузит. Не, ребята, давайте, может, просто действительно места распределим и все. Или что, вот что? Что? Да я Дига убил за его... Нет, ты вообще молодец, я забрал Сиам город, а я тебя ничего не забирал, ты убиваешь. Ну, подожди, мне столица была красная, мне ну, я успел перекликать тебя, чтобы заблочить Равеллу. Сейчас, халява, да, сейчас не воюем. Так, и чё там? Ну да, твои юниты, хотя вот... Вот мои казаки, которые у тебя должны быть подстольные. Ну вот у меня вот сейчас так, как я это видел реально. Потом у меня в конце хода внезапно показало одного казака под рабатом. Хотя я их убил, как бы. То есть, да. Видимо, что-то случилось. Ну, Викс, ждем твоего входа. Потому что, ну, ребята, вы понимаете, даже несмотря на всю войну, по всей демографии рулит офигенно русский. И, то есть мы вдвоем, ну, сколько я тут буду сопротивляться еще? Ну, там, ходов 5, и что? Но он заберет мои города. Не, ну, Найс, я был на третьем месте, сейчас он захватил мой город, и вы хотите распределить. Мне пофиг, это самое, хочешь место мое, пожалуйста, нет, да, лампочки, я просто уже реально устал от этой игры. Какой-то херней реально занимаетесь просто. Вот. Целую партию, ну. Целую партию, чувак, впереди. Чё, вы, блядь, какие-то куда-то пошли. Этот, на этого он попал, этот пытается его захватить, у него ничего не получается. Ну, ассирийц, откровенно говоря, если бы мы тогда первый раз на него нападали, и ты бы еще ударил сзади. Это моя ошибка, я согласен. Да, если бы я еще напал бы, ну, может быть, один бы у него отжали бы город бы. И то... Ты входишь вообще, нет? А, да-да-да, я что-то закончился, да. Подождите, давайте я сейчас таймер откачу. Заходи. Я бы на твоем месте ставил. Ты
ты еще моего этого убил? Поверь, а я у тебя пограбил пряности, слушай. Да, пряности пограбил. Ты там стоял, собственно, пограбил, я убил его пушками. У тебя прям правее не видит такой город стал. У меня завис. Ну, Рио уже на четверть почти. Сейчас еще с радиусом фрегат. А там у меня адепт связь. Да не адепт, мне подселите еще 8 фрегатов. Я просто. Дик, после потери столицы, ты согласен поражение? На последнее место. Или можем еще плюс 3 хода походить, чтоб ты. Не, ребята, это на самом деле я не знаю. Подожди. Что мы тебе делаем сейчас? Мы ничего не делаем. Мы португальцу не помогаем. Португальц даже мне деньги дает. Только что Сиам где-то 8 кораблями плыл мне на помощь. В итоге из-за всей этой вашей машины. Ты же понимаешь, вот после того, как я бы тебе помог, я бы не стал распределять места, потому что ты был бы выше. Я понимаю, но игра бы совсем по-другому. Я бы отбился и дальше бы играл. И дальше бы тебя сам забрал. Меня, как и все остальные, понимаешь? Хотя ты был за меня до этих дебильных разговоров. Потому что никто не знал, что ты... Дебильные разговоры наши. То есть ты сейчас пытаешься место получить за счет видео, но дебильные разговоры у нас. При том, что все тебя уговаривают, как раз те, кто не хочет получить место за видео. Я 100 молотков. Тебе ничем не обязан был помогать, просто чего ты взял? Он не был обязан помогать, но он плыл мне на помощь. До вашего разговора. Откуда ты знаешь, что он бы пошел захватывать Рио? Он плыл мне на помощь. Откуда ты знаешь? Он плыл мимо Рио. Да, ребят, честно, я плыл ему помогать. Да, это так. И теперь, после всего этого, я теперь уже без единства союзника толпы из-за того, что вы устроили вот это все. Это ты устроил. Как я устроил, Леша? Не согласившись на победу Сиама, ну как? Дик, а ты можешь понять такую вещь, что мы русского не остановим с Лешей, ты понимаешь или нет? Что он выигрывает, и то, что ты захватишь это португальца, тебе это ничем не поможет абсолютно. Ты это понимаешь? Да он не может его захватить. Он играет на то, чтобы остаться просто. Государство возьмет. Давай сейчас отойду от столицы, просто чтобы тебя ГГшка забрала. Просто порофлю с тебя. Порофлю. Вот, блин, лординга, может ты объявишь войну бразильяну, обстреляешь, пусть государство захватит? Не-не-не, иначе он нас в тиминге объявит. Нет. А вы меня не тимили, подожди? Нет, это не тиминг, это просто... Это знаешь, это... Понял, не тиминг. Я хотел город забрать. Один по земле, второй по воде, не тиминг. Так и запишу. Ну, мы оба играли на первое место, когда это делали. Да, это так. Тут правило, так сказать. Да, это жестко. А у тебя что, с радиусом, что ли? Да, с радиусом. Так это же вообще нереально отбиться тогда. Там клеток обстрела тюжина. Жестко. Блин, он убил. Печально. Чем Сан-Паулу брать будешь? Дик, ну после потери стольни, надеюсь, ты признаешь, что прервал? Или что? Да у тебя столько подлодок, неинтересно. Мне там до игры предупреждали, что ты можешь читами играть. Я дюпаю по КД, да, дюпаю по КД капкан. Ну, брать. Ты уинишь мне игру, чувак, с минус 100 голды напал на меня. Да мне все равно на голду, ну как голда решает игру, ну пойми. Лординга сейчас первое место займет, у меня только что было минус 23. Обвини его в чем. Что, чувак, что? У тебя минус 97 было, когда ты ко мне приплыл. И чё? Как это влияет? Это война, это жестко.
влияет то, что... А вот откуда у тебя только что взялось две подлодки, я не понял. Окей, ну потом видео посмотришь. Сальвадора, допустим, выпало. Кстати, Леша, ты меня... Это, слушай, Леша, а ты меня можешь добавить туда, друзья? Там просто у нас что-то это самое... Или там... Ну, могу. А для чего? Ну, просто, да, ну, просто чтобы был. Хорошо. Может, я напишу что-нибудь. Ковцы его. Ну, а что, почему бы и нет? Может, я сам шестую куплю. Ну, только не рассинхрон. Не, просто новая пытка какая-то человечества. Давайте как-нибудь там шеф-тентр. Не, ну он же откуда-то взял подлодки и теперь убивает меня все. А, ну понятно. Дик, ты понимаешь, что то, что мы не играем? Просто, мы просто. Ребят, я можете объяснить, в чем я не прав? Я воевал всю игру с голландцем. Ой, всю игру, всю игру. Послушайте, да. Пожалуйста, дайте мне договорить. Я воевал всю игру с португальцем. Я всегда, каждую минуту игры играл на первое место. Потом ко мне он приплыл и захватил у меня один город, и сразу же после этого вы такие, давайте распределим мысли. Я такой, нет, давайте доиграем. В чем проблема? Почему вы агритесь на меня? Вы сами начали, я ни слова не сказал ни про видео, ни про что. Не отдайте мне первое место. Вы сами начали. Ну если тебе не... Слушай, если тебе не нужно первое место, зачем мы играем, объясни. Кстати, я что-то тоже не понимаю, откуда у вас столько подводок с соткой молотков и без голды. Но не было голды. Ну, мне просто до игры один человек написал, что, типа, аккуратнее. Чувак, да, ты учись вот у этого. Но он... Занимать последние места во всех играх и руинить меня, ладно? Подожди, он видео же снимает, посмотришь потом. Ты в группах постоянно играешь, я не знаю, тебе вообще ничего. Он со Slayer'ом играл, я точно помню. Ну, а Slayer, потому что в скайп-группах, ибо его кикнули. Когда кик, ну когда и да, его удалили из группы, он играл в скайп, это в скайп конфах. Ну а Дик оттуда. Сейчас будем происходить. Русский, кстати, трейдик прими. Лорженька, давай, может, все же как-то поможешь ускорить этот процесс. Че, ну это кто говорит? Португалец? Португалец. Ты понимаешь то, что это будет 100% обвинение в тиминге? Вот. Блять, ну вы меня же вдвоем убивали. Блять, капкан, извини, я сейчас начну материться. Что ты несешь? Что ты сам позвал Сиам ударить мне в спину и забрать? Да, потому что это была игра на победу мою и на победу Сиама на первое место, а не для того, чтобы вынести чувака, занять третье и по видео выиграть. Понимаешь ты эту разницу или нет? Сиам играет на победу, он получит первое место. Нет, это игра на третье место, чтобы вынести человека, у которого есть видео. Я бы сейчас ливнул, честно. У кого? Кого вынести? Какого человека? Какого человека с видео? У португальца нету ни видео, ничего. Все, пацаны, хорошо. Я просто мщу тебе. Сейчас Сиам должен развиваться, чтобы стопить русского. Это единственное нормальное. Но вы, я говорю, вы испортили игру. Вот кто не согласен, я не понимаю. А теперь Сиам, Сиам должен развиваться, чтобы русского. Пошел меня убивать зачем? Не, ну это была, может, ошибка. Но я же не про игровые моменты, а вот что. Мы пошли с Лешей пытаться что-то сделать русскому. Все, мы не смогли этого сделать. Все, что это самое, вы там увязли все в войне. Поэтому я сказал, ребят, давайте, может быть, мы как-нибудь уже места распределим, потому что уже нету смысла играть в принципе. Вот и все. У Халявы не было первого места, потому что он списал видео. А потом мы, оказывается, узнаем, что ты писал его. Вот, и у нас все перевернулось. И причем... Ну, то есть, что у вас перевернулось? То есть... Вас устраивалось Сиам занимает так ты не претендуешь на первое место. Ты же сейчас говоришь, мне не важно первое место. А что ты сейчас тогда хочешь? Я не претендую на первое место. А что ты хочешь сейчас? Чего ты хочешь? Почему мы играем? Объясни мне. Я был на третьем месте.
Мы тебе его отдаем. Хорошо, да, мы отдаем тебе третье место, Сиаму второе место. Ты удовлетворен? Ой, ребят, я не понимаю, почему чего, я видишь, чего ты Сиаму выиграл. Ну не ты точно. А почему ты должен выиграть? Объясни нам. Ну, вот... почему из нас двоих вы его выбираете? Потому что он красивший, блядь, он любовник наш, я не знаю. Ну, придумай, что хочешь. Чего ты от нас ходишь? Какого хера ты... Так, ладно, он меня задолбал. Прошу прощения за не слишком вежливые выражения в конце этого видео. Ну, на этом я закончу партию. Я думаю, понятно, что победил здесь русский игрок под ником Халява. А вот все перипетии, которые в конце происходили, я сейчас немножко объясню ситуацию. Дело в том, что это турнирная партия. И по правилам турнира, если победитель не записывал видео, то победа переходит к тому, кто занял второе место по очкам. Это не я придумал, не я проводил турнир, но вот правила такие. Если второе место не записывал видео, то к тому, к третьему и так далее, и так далее. Получается, что вот в данной партии видео записывали я, Сиам и Бразилия, то бишь Лорда Ринга и Диг. Когда в определенный момент стало понятно, что русский победил, я предложил объявить его уже победителем. Я вообще считаю, что в ЦИВУ надо играть только на победу, распределять места — это какая-то вообще бредятина. Я всегда согласен, если я не победил, то хоть шестое место давайте, это ничего не значит абсолютно. В ФФА, в ЦИВе важна только победа, и из этой логики надо исходить и играть. И внезапно игрок за Бразилию, Диг, был против распределения того мест, тех мест, которые остались. Немножко это ушло за кадром, потому что я останавливал запись видео, там пока грузили сейф, это все еще обсуждалось довольно долгое время. То есть все были согласны на то, что первое место русский, второе место Ассирия, третье место Сиам, четвертое место Бразилия, пятое Португалия, шестое я. На этом все сошлись. Но внезапно бразилец оказался против. И оказался он против именно потому, что он записывал видео, надеялся через какое-то время стать выше по очкам, чем Сиам, и таким образом как бы получить победу в этой партии. Вот, собственно, это всех и возмутило участников. Мы долго спорили, потом еще с судьями это все выясняли, и вы вот застали концовку этого спора, потому что получается, что победитель в партии определен, но игрок, который хочет занять третье место, заставляет всех остальных играть, при этом он требует, чтобы эти игроки на него не нападали, просто чтобы его выпилить, и он не мешал закончить партию. То есть он просто тратил наше время таким образом. Поэтому вот такие экспрессивные слова в конце партии я себе позволил. Просто человек тратит время впустую, даже не ради победы, понимаете, да? Ну, это проблема, конечно, правил турнира в некотором смысле. Но, с другой стороны, вот и отношение человека к своим партнерам по игре. Вместо того, чтобы, ну, как-то найти какой-то компромисс, просто вот заставляет играть, при этом считая, что на него нападать нельзя. Потом, в общем, в итоге мы написали это в теме турнира, там судьи вынесли решение, которая всех устроила, и на этом партия завершена. Поздравляем русского с победой. По-моему, интересная партия в том плане, что место у меня отвратительное, рядом офигенно развитый сосед, который постоянно тебя может вынести, но я смог довольно долгое время продержаться. Не знаю, какие у меня были тут варианты для победы, потому что место, ну, просто никак не позволяло это сделать. У меня даже не было никаких шансов там какого-нибудь другого напасть. Я просто, у меня сосед с русским, который в этой игре выглядел лучше всех. Ладно, на этом все. Загляните на consolewar.ru, играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.